Что значит пошла? Как ты со мной разговариваешь? А ты меня... Боже. Мама, не дразни меня. Лиза. Мама, я устала. Лиза. Лиза. Я... Не хочу. Что это такое? Ребят, честно говоря... Hey guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята, вы на моем канале. И да, сейчас со мной в кадре мой брат Сашка. Да, сейчас мы начнем видео с Сашкой. В общем, сегодня будет очень интересное видео, перед которым я советую тебе подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Видео у меня выходит каждый день. Сегодня будет видео 24 часа меняемся телами. И да, меняться я буду с мамой. Мама скоро подойдет. И, кстати, у меня есть инстаграм, я подписана вот так. Также у моего брата Сашки тоже есть инстаграм. Он подписан вот так. Подписывайтесь на него. Мы поехали к видео. Да, ребята, привет всем. Сегодня мы с Лизой решили действительно поэкспериментировать. Я хочу побыть в роли ребенка. А Лизочка? Буду запрещать тебе сидеть в инстаграме. Нет, котик. Ты будешь готовить, кушать, прибирать и мыть посуду. Вот так. Все, давай, на счет три. Я мама, а ты Лиза. Раз, два, три. Ну все, Лиза, давай. Иди уроки что? Делай, Лиза. Я позже сделаю. Иди делай уроки, или я заберу твой телефон. Мне не нужен телефон. Мама, я сделаю позже. Когда позже? Лиза, иди помой посуду, а потом... Я посижу немного и все сделаю. Мамочка. Пошла делать уроки. Что значит пошла? Как ты со мной разговариваешь? Мама, не дразни меня. Лиза. Мама, я устала. Лиза. Лиза. Я устала. Лиза. Мама, Лиза. Я тебе сделаю немного позже уроки. Так, смотри, тебе сегодня надо сделать около 8 уроков. 6 обычных сложных и 2 таких обычных, да, ну, как зарубежные. Ты что должна это делать? Ничего страшного, не перетрудишься. Я не буду делать. Почему? Твои долги. Я кушать хочу. Хорошо, дорогая, сейчас приготовлю. Почему? Что ты хочешь? Есть борщ? Будешь? Нет, посмотри что-то другое. Ты же знаешь, что я борщ не ем. Я не поняла. Что? Что ты делаешь? Я кушать хочу. Я жду, пока ты меня позовешь покушать. Ну смотри, есть суп с фрикадельками, будешь? Нет. У нас есть еще рис, будешь? А с чем рис? С котлетками. С котлетками не хочу, а сосиски есть? Нет, сосисок. О, боже мой. Чтобы их покушать. А можно вивино? Нет, нельзя. Это очень вредно. Лучше салатик вот я тебе приготовлю. Я огурчики, не люблю помидорчики. Салатики. Я не ем салатики. Огурец, помидор, любишь? Я могу только... Да, люблю. Ну вот, я тебе просто смешаю. И вивино можно? Нет, ну, пожалуйста. Ну, можно один раз в месяц кушать вивино? Нет. Так, Лиза, 11 часов, ты уроки не делала, ты еще не завтракала. О, начинается. Хочешь покушать, надо поприбирать во всей квартире, потому что Игорь и Саша уехали. Реально, 11 уже? Да, 11. А что ты сегодня сделала? Проснулась? Это не достижение. Так мне на 11 на английский. Без 10, давай, беги быстрее. Привет, как уроки? Позанималась? Надо смотреть, тогда сделать еще домашнее задание по английскому. Ли, мама, ты что? Я только что пришла с занятия. Хочу отдохнуть. Да какое отдохнуть? Ты сейчас перетрудилась. Мам, ну, пожалуйста. Я что, так говорю? Всегда. Да ладно. Мама. Я? Что ты? Устала. Если ты устала умственно, ты можешь поработать физически. Застели постель Игоря, Саши, и вот у тебя... Я не обязана постель что-то застилать. Это я не обязана тебе кушать готовить. Вот сама и готовь себе. Нет, я лучше постель застелю. Угу. Все, я сделала. Смотри, возле зеркала стоит Игоря и Сашина защита. Надо ее убрать. Опять туда. Игоря и Сашина. Почему я должна Игоря и Сашина прибирать? Потому что они маленькие. О, маленькие. И ты сейчас просто лежишь. А я что, большая? Нет, ну так нечестно. Мальчики ходят, занимаются, бросают везде, а мне теперь прибирать за ними. Лиза, ну ты же видишь, то, что это папины тапки. Где папины тапки? Вот это папины тапки. Лиза. Она не закрывается. Ну попробуй запихнуть все это. Но не закрывается. Ну я же говорю, запихни как-нибудь. Можешь же, если хочешь. Могу, и если хочу. Слушай, а что ты сидишь?
Я сижу? Да, я кушать хочу. Смотри, ты вчера в ТикТок снимала? Да, снимала. А под одеяльник кто забыл убрать? Да ладно, не прикалывайся. Ты его бросила еще вчера. Чего я должна его за тебя реально делать? Лиза, не прикалывайся. Ну, ты же сама согласилась снимать этот челлендж. Согласилась, да. Давай. Окей. Лиза, давай уже влазь быстренько, то помогать не буду. И готовить тоже не буду кушать. Так, короче, давай, помогай мне. Давай так, пожалуйста. Не давай без так, мама, пожалуйста. Энергии. А то я тебя отправлю на борьбу. Помоги. И там всю энергию будешь выбрасывать. Все понятно? Прямо сейчас я можешь пойти. Я хоть раз так говорила? Нет, если честно, бывало. Помоги мне, пожалуйста, мама. Я не справлюсь сама. Ты же знаешь, что я рукожоп. Я есть хочу. Через 10 минут жду на кухне. Не, Лиза, вообще будет очень прикольно и круто, конечно. Можно покапризничать, можно взять телефон, посидеть, повисеть. Вообще, можно миллион, вообще супермиллион отмазок придумать, почему что-то делать или что-то не делать. Нет, я хочу еще немного продолжить поснимать этот. Ну, мне вообще нравится быть Лизой. Вообще не обратила внимания, что меня Лиза кривляет, если честно. Это реально так заметно, что как-то... И, подожди, я не поняла. В смысле, мама кривляет Лизу? Нет, конечно, я не люблю ни за кем вообще прибирать. Я сама в том статусе, когда я всем раздаю дела, ты сделай то, ты сделай это. А ходить за кем-то прибирать постель, засилать, прибирать защиту для кикбоксинга, она валяется там уже неделю. Почему я ее должна прибирать? Нет, я не хочу ее прибирать. Поэтому, конечно, мама будет лучше. Но все-таки то, что можно подурачиться, можно залезть под одеяльник или просто повисеть в телефоне. Нет, Лиза, будь очень круто. Понимаешь, что я блогер. Дай 5. Ребята, прошло немного времени, 3 дня, и уже сейчас, в пятницу, я разыгрываю этот юбокс именно для тебя. Копирую ссылочку с видео, не поделили юбокс. Итак, вставляю ссылочку и нажимаю... Так, с ответами и поехали. Да, это вот это видео. Ого, сколько ваших комментариев, ребят. Я хочу юбокс и живу в Украине. Итак, сейчас мы узнаем победителя. Руслана Найс. О, прикольное название. Я хочу юбокс. Вот, молодец. Руслана Найс. Ты получила вот этот вот юбокс, я сразу на тебя подписываюсь в ютубе, чтобы не было никаких фейков. Напиши мне в прикрепленных комментариях, обязательно жду твоего ответа. Мы с тобой свяжемся, и этот юбокс будет твой. Спасибо огромное за участие, и я думаю, надо проводить розыгрыши почаще. Как вы думаете? Я хочу провести следующий конкурс на 900 тысяч ананасиков. Поэтому, если ты хочешь поскорее, чтобы был розыгрыш, то подписывайся и советуй мой канал друзьям. Так у нас быстрее станет 900 тысяч. Лиза! Мама! Иди сюда! Лиза! Лиза! Что ты с первого раза прийти не можешь с ней? Что ты раскричалась? Что такое? Надо помыть всю эту посуду, я пока приготовлю кушать. А почему я? Не мамское это дело посуду мыть. Не для посуды, это для удаления жира. Мама, а почему оно не работает? Что не работает? Сейчас приготовлю для мамы яичницу. Она очень любит ее. Я не люблю яичницу. Ты любишь яичницу, я знаю. Тебе целая или перевешенная? Целая. Целая? Угу. А можно побольше соли? Соль вредная. Ну, мам, ну пожалуйста. Нет, я тебе перец чуть побольше добавлю. Я не люблю перец. Ты сказала, что будешь с перцем. Нет, мне с перцем не надо. Я с перцем есть не буду. Миссия выполнена. Оно не разлилось. Ты же целое просила? Мам, ты что, прикалываешься? Что? Я не ем яичницу. Ты ешь яичницу, и ты сейчас будешь ее есть. Я же... Блин, мам, что ты мне приготовила? Ты знаешь, что я не ем яичницу. Давай борщ. Выбирай я борщ или яичницу. Что ты вообще сюда села? Иди за стол, как нормальные люди. Нормальные люди? Где хотят, они едят. Я не буду это есть. Тогда иди, делай уроки. А сначала помоешь посуду. Приберешь и растяжешь на игрушки, или же ты просто съешь яичницу и пойдешь еще где-то отдохнешь. Я никогда не готовлю тебе яичницу. Я знаю, что ты ее ешь. Ну, а, я ешь. Знаю. Не-не-не, я знаю. Мама, я знаю.
Ты меня не любишь. Ты Игоря и Сашу любишь больше, чем меня. И я разрешаю. Ты можешь прибраться? Сама иди. Ну, пожалуйста, переставь. Ну, почему по ней должен Саша прыгать? Ну, что тебе, если он попрыгает? Что? Ну, ничего, это просто моя кровать. Я не хочу, я просто не хочу. Пока ты ей не пользуешься. Почему они не могут попрыгать на твоей кровати? Потому что это моя кровать. И что? Ну, как тебе понятнее теперь? Почему нельзя прыгать на твоей кровати? Почему, точнее, можно прыгать на твоей кровати? Нет, кровать моя, и на ней никто не имеет права прыгать. Ладно, проехали. Все равно ты любишь мальчиков больше, чем меня. Во-первых, вот ты им купила шоколадку в школу. Купил? Я бы дала тебе вот эту шоколадку, которую я купила для тебя, но только если ты съешь яичницу. Господи, ты ничего не ешь. Я хочу есть яичницу. Я бы дала тебе эту шоколадку. Я бы дала тебе эту шоколадку. Съешь спасибо. Яичницу. Не надо. Не хочу. Значит, ты шоколадка моя? Ну, ешь. Я устала. Но мне надо отдохнуть. От чего ты устала? Вот скажи. От разговора с тобой. Ты нормально? Да. Так, боже, за всеми следить постоянно. Вот это ты вот это сделай, ты вот это сделай. Я предлагаю и то, и сё, и борщ, и суп, и салат. И вон, хочешь блинчики, пойди сходи в магазин, купи, все, я блинчики приготовлю. Я яичницу вон уже приготовила. Не хочу. Что это такое? Боже, вот выяснение отношений, это такой бред. Серьезно, вот это сидит, а ты меня не любишь. Боже, серьезно, я это когда-то делала, я поняла то, что, блин, это серьезно очень странно выглядит. Ребят, честно говоря, этот челлендж уже закончился, и все классно. Ну, что? Не пивай меня. Почему? Мы же вместе снимаем. То есть каждый говорит тогда, когда захочет, правильно? Это да. В общем, этот челлендж мы уже закончили. Мне очень понравилось быть ребенком. Ребенком? Сникерс ребенку? Ребенком быть очень классно. Ну, правда, единственное, что вот напрягает, то, что тебя взрослые могут прессовать немного. Ты отыграла роль просто на шикарно. Да ты тоже. Оскаровым. Короче, не умничай. А с вами была я, Лиза Найс. Лиза Найс и... И Макака. Это не Макака, это Какама. Я про тебя. Так, не умничай, понятно тебя. Всех очень сильно любим. Пока. Пока. Отдай сникерсы, отдай сникерсы. Ой, реакция, ну, пиши.